Друзья, сегодня к нам пришла очень трагическая новость. Многие из нас рыдают и не могут вымолвить ни одного слова. Фанаты и поклонники российской звезды, нашей любимой певицы Татьяны Булановой, пишут нам письма и комментарии с просьбой рассказать, как это все было. Мы очень шокированы. Мы даже не знаем, с чего начать. В одном из российских сайтов рано утром была опубликована ужасная новость. В ней говорится, что сегодня в Москве должен был пройти концерт, посвященный Дню молодежи. На этом концерте должна была выступить российская звезда, российская певица Татьяна Буланова. К большому сожалению, на концерте она не появилась. Ее песен так никто и не услышал. Мы решили разобраться и узнать, что же случилось с ней, почему она не явилась на концерт, так как информации было очень мало. Оказалось, что рано утром к Татьяне Булановой домой приезжала скорая помощь. В связи с этим она не появилась на концерте. Оказалось, что у Татьяны Булановой с утра было высокое артериальное давление. Она чувствовала себя очень плохо, и муж решил вызвать скорую. От госпитализации Татьяна Буланова отказалась, решила остаться дома. Друзья, мы следим за развитием событий. В течение дня мы постараемся связаться с Татьяной Булановой и взять у нее интервью, которое выложим у себя на канале уже завтра утром. Поэтому подпишитесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы завтра не пропустить свежий выпуск, который мы готовим для вас. Будьте с нами, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.